Перед побегом он предусмотрел, казалось бы, все. Уходить будут ночью по льду Ладожского озера в Финляндию. Личных вещей и одежды возьмут совсем немного. Из необходимого только кое-какие приборы. Он знал, что его ждет здесь, если он останется, и был уверен, что принял единственно верное решение. Но он не мог знать, как сложится его жизнь там. Он мог только верить, что ему дадут заниматься наукой, которой он фанатично предан. Он надеялся, что у него все получится. Александру Александровичу Максимову, ученому с мировым именем, этот побег в 22-м году удался. Но первые сведения о том, как сложилась его судьба в эмиграции, были опубликованы в России только через полвека. Последующее пребывание его за границей было безрезультатным. Максимов, как ученый, оказался совершенно бесплодным и покончил жизнь самоубийством. На самом деле все было совершенно не так. Но узнать подробности подлинной истории человека, который совершил революционное открытие в науке, создал унитарную теорию кроветворения, оказалось совсем непросто. Информацию приходилось собирать буквально по крупицам. Гений, правда гений. Если бы он пожил не 54 года, а больше, думаю, что велика вероятность того, что он был бы лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Третий среди наших ученых, помимо Павлова, помимо Мечникова, быть ему было бы Нобелевским лауреатом. Все эти годы память об Александре Максимове бережно хранили в Петербурге, в военно-медицинской академии, где он провел почти 30 лет своей жизни. Но за пределами ее старинных стен его имя практически было вычеркнуто из отечественной науки. Даже в 90-е годы, когда открывались архивы, публиковались запрещенные книги, возвращались забытые имена, судьба Александра Максимова оставалась такой же тайной, как и 20 лет назад. Как-то на одной гистологической конференции в городской, которая происходила у нас же в академии, двое очень великовозрастных гистологов обсуждали между собой фигуру Максимова. Как же это тот самый Максимов, который убил свою сестру, отравив ее газом, а потом сам застрелился? Его визави, это же была женщина, она ответила ему: да, эту легенду помнят все гистологи. Но как же так? Мои преподаватели, кафедра, учителя знают, что это не так. А старшее поколение гистологов говорит о том, что это так. В конце концов, нужно разобраться и поставить точку. И если это действительно выдающийся ученый, классный специалист, то эта несправедливость, она должна быть в отношении его имени исчерпана. Мы должны разобраться и сказать правду. Исследователям жизни ученого приходилось собирать эту правду не один год. И в Чикаго, где он прожил последние годы, и в Санкт-Петербурге, где он родился и провел большую часть жизни. Эти пазлы, они складываются, ведь когда ищешь какую-то информацию о человеке, читаешь параллельно других авторов, о других людях, и постепенно картинка-то складывается. Александр Максимов не оставил ни дневников, ни воспоминаний. О его родителях почти никаких сведений не сохранилось. Известно только, что отец был преуспевающим купцом. Нужды ни Александр, ни его старшая сестра Клавдия не знали ни в чем и никогда. В частной немецкой гимназии, где учился Александр, его больше всего увлекали естественные науки. И он решил посвятить себя медицине. В 1891 году, окончив гимназию с золотой медалью, он поступил в престижную императорскую военно-медицинскую академию. Удивительно, что глаз сразу отличает в толпе выдающиеся фигуры. На первом месте по своей оригинальности стоял Максимов. Его быстро узнала вся академия. Так с первого курса и было видно, что он кончит академию первым. Из воспоминаний доктора медицинских наук Владимира Оппеля. С
юных лет Максимов держался с большим достоинством. Обычные развлечения обеспеченных студентов были не для него. Часами фланировать по Невскому, тратить жизнь на балы и концерты – нет, это скучно. Но он забывал о времени, когда садился за микроскоп. Жизнь невидимых невооруженным глазом клеток казалась ему увлекательнее окружающей его жизни. Как человек одаренный, он рано почувствовал свое призвание, уже на первых курсах. Он будет заниматься наукой о тканях, гистологии и патологической анатомии. Врачом-практиком ему быть совсем не хотелось. К больным он относился с некоторой не то боязнью, не то брезгливостью. Он клал свой чистенький носовой платок на тело больного и только после этого прикладывал свое ухо. Если выслушивание происходило с помощью стетоскопа, то тогда наш Максимов смело клал конец трубки на больного. Из воспоминаний доктора медицинских наук Владимира Оппеля. Насмешки товарища Александра не трогали. Он был слишком уверен в себе и убежден в своей правоте, чтобы обращать внимание на всякие пустяки. Обучение Александр окончил первым из 109 выпускников. Он остался в академии преподавать и писать диссертацию. Его все больше и больше увлекало исследование на клеточном уровне воспалительных процессов. За какой бы биологический вопрос ни взялся исследователь, всюду, в конце концов, ему придется считаться с клетками, составляющими организм. Александр Максимов, «Основы гистологии». Никто не сомневался, что его ждет блестящее будущее. Максимову исполнилось всего 29 лет, когда его избрали заведующим кафедрой гистологии. Он продолжает изучать взаимодействие клеток крови и очагов воспаления. Шаг за шагом он продвигается к гениальному открытию, к объяснению тайны, которую скрывают клетки крови. Его работы замечены за рубежом. Он доктор медицины, профессор и по-прежнему, как и в юности, гордец, педант, оригинал. Он был не только выдающимся ученым, но и отличным лектором и любил показать себя во всем блеске. Из воспоминаний академика Николая Аничкова. Я хотела бы поделиться небольшими воспоминаниями, которые оставил мой отец. Он был лауреат Ленинской премии, профессор. Папа рассказывал, что Александр Александрович Максимов часто подъезжал к знаменитому нашему анатомическому корпусу на лошади верхом. И в прекрасном, красивом генеральском мундире. Дальше происходило театральное действие. Аудитория была полна, все были очень внимательны и были заняты тем, как он на большой стол, который стоял в аудитории, вынимая свои большие золотые часы, он со всего размаху кидал на этот стол золотые часы, которые все думали, что они упадут. Однако все было рассчитано, и они точно останавливались на крае стола. Это производило, конечно, всегда очень мощное впечатление. Затем он начинал блестяще читать свои лекции. На Боткинской улице, где располагалась академия, Максимов купил одноэтажный дом. О его семье удалось выяснить совсем немного. Была жена, балерина Мариинского театра, приемный сын Федор. Неизвестны ни имя жены, ни подробности их частной жизни. Можно предположить, что самым близким, самым преданным человеком для Максимова была не жена, а сестра Клавдия. Она поддерживала его всегда и во всем. У нее не было ни мужа, ни детей. Брат посвятил себя науке, а она посвятила себя брату. В лаборатории, которую Максимов оборудовал в том же доме, Клавдия была самым старательным сотрудником. Хотя Максимов все и всегда любил делать сам. И лучше всех. Коллеги называли его уникальным мастером лабораторной техники. О его искусстве приготовления необходимых для исследований препаратов ходили легенды. Как зеницу ока мы бережем гистологические препараты, сделанные рукой Максимова. На тонком предметном стекле срезы тканей, окрашенные специальными методами. Прошло много лет, а краситель не выцвел. Мы смотрели эти препараты под микроскопом, они замечательно сохранились до сегодняшнего дня. Его термостат
шкаф-термостат, в котором он использовал метод, особый метод, новейший для своего времени, метод тканевых культур. Даже написано «культуры». Это живые клетки и ткани изучались в специальных условиях, приближенных к тому, что делается в живом организме. Самый ценный препарат здесь и самый ценный экспонат – это микроскоп, за которым работал Александр Александрович Максимов. По тем временам очень дорогая техника, очень современная. С помощью этого оборудования, с помощью этой аппаратуры Максимов и делал свои открытия. В 1909 году Александр Максимов опубликовал работу, которая опередила свое время на десятилетия. Он попытался ответить на вопрос, который всегда занимал ученых. Как объяснить такое разнообразие клеток крови? Есть ли у них предшественники? И если есть, то где они спрятаны? Максимов предложил теорию, которую позже назовут унитарной теорией кроветворения. Вот она была одна. Потом она поделилась, стало две разных, а каждая из этих двух разных дала начало еще нескольким вариантам. У него получилось такое дерево. Естественно, он назвал самую родоначальную клетку стволовой клеткой. Ну, здесь по рисунку просто было ясно, что по-другому ее даже назвать невозможно. Какое это имеет значение? Ну, подумаешь, что все клетки крови из одной. А имеет это следующее значение, что если пациенту пересадить эту одну единственную клетку, если она приживется, это значит, что она может спасти человека. Чем? Тем, что она начнет размножаться и восстановит все уничтоженные клетки крови. Пройдут десятилетия, прежде чем учение о стволовых клетках начнет активно развиваться. И хотя их применение сегодня пока еще вызывает много дискуссий, бесспорно одно – их открытие было революцией, прорывом в будущее науки. Но поначалу теория Максимова была встречена научным сообществом скептически. Только в начале 60-х канадские ученые Тилл и Маккаллах экспериментально на новом технологическом витке развития науки блестяще подтвердили правоту Максимова. Пожалуй, Максимов мог предположить, что все так и будет. Он был уверен в себе до надменности и всегда и во всем стремился быть первым. В 1914 году увидел свет двухтомный учебник «Основы гистологии». Один из первых в империи по этому предмету. Полностью оригинальный русский учебник. Максимов работал над ним 10 лет. Учебник фантастический. Значит, я не знаю, насколько это сравнение корректно, но это библия гистолога. Значит, у каждого нормального гистолога в Советском Союзе или в России этот учебник где-то да был припрятан. Значит, его он до сих пор читается как художественная литература, но с таким колоссальным объемом информации. За 100 лет что добавилось? Молекулярная биология, электронная микроскопия. Все остальное в этом учебнике есть. «Основы гистологии» выдержали 3 издания в России. Они были переведены на испанский, португальский, корейский языки. Переработанный вариант несколько раз издавался в США. Иллюстрации для всех своих научных работ Максимов делал сам. Он часами с тщательностью перфекциониста копировал то, что видел под линзами микроскопа. Эти рисунки могли поспорить с реальностью. Они производили ошеломляющие впечатления на его коллег, учеников и в России, и в Европе, и в Америке. Это черно-белое. А есть и цветные иллюстрации, сделанные тоже рукой Максимова. Они, может быть, немножечко уже обветшали и не очень имеют, так сказать, товарный вид, но это на самом деле редкость. Цветные рисунки клеток различных тканей, сделанные рукой Максимова. Не забываем, что это больше 100 лет назад. Я в прошлом году снова был в Чикаго, снова взял его рисунки, там подлинники хранятся. Я их держал в руках, я не понимаю, как это можно нарисовать. Понимаете, это надо иметь такой исключительный талант и такой педантизм. В одной из статей слева фотография, которую сделал Максимов со своего препарата.
а справа рисунок, который он нарисовал с этого же поля зрения этого препарата. Это поразительный контраст. Вот качество фотографии просто близко не передает то, что видел Максимов, и то, что он мог перенести на бумагу. Лаборатории, академия, зарубежные командировки на симпозиумы, отдых на элитных курортах в итальянских и швейцарских Альпах. Если бы он только знал, что его ждет, и как вскоре изменится его по-немецки упорядоченная жизнь. Он не мог и представить, что его белоснежные батистовые платки, цейсовский микроскоп, золотые палеты не впишутся в новую реальность, что он, выдающийся ученый с мировым именем, вдруг в одночасье превратится в классово чуждый элемент. 19 декабря 1917 года Максимов в письме своему другу, профессору Колумбийского университета Джорджу Хантингтону, был предельно откровенен. Последние события в России не только прервали мою личную научную работу, но и сделали жизнь университетских профессоров или вообще культурных людей всецело невозможной. Александр Максимов. Максимов, конечно, хотел эмигрировать. Он в совершенстве знал английский, немецкий, французский. Для него были открыты двери лучших лабораторий Америки и Европы. Но шла гражданская война. Уехать становилось все сложнее. Мог ли Максимов остаться в России? Ведь остались его коллеги по военно-медицинской академии Иван Павлов, Владимир Бехтерев. К стенке бы поставили. Вот вообще без всяких сомнений. Вот в какие легенды я верю, это в то, что он пинцетом листал зачетки тех студентов, которые пришли в 20-е годы в академию. Максимов ненавидел наш курс за то, что в его составе было много неприятного для него пролетарского элемента. Из воспоминаний врача Алексея Быстрова. Принимая экзамены, Максимов старался не встречаться взглядами с представителями нового мира. Он листал пинцетом зачетную книжку, потом смотрел вниз на сапоги. Он вот так вот различал этих новых студентов. Не по лицам, не по фамилиям, а по грязище, которое они тащат на кафедру. Для него это было... И он это не скрывал, свое отношение. Поэтому все покончилось плохо. Когда профессоров академии заставили выйти на субботник, разгневанный Максимов надел свой генеральский мундир с золотыми эполетами и пошел мести двор. Это фотография Максимова 22-го года. Может быть, тогда, глядя в окно, он прощался с Петербургом, который так и не стал для него Петроградом. Они переправились ночью на буере по льду Ладожского озера. Максимов, его жена, приемный сын и сестра. Из вещей только микротом, прибор для изготовления гистологических срезов, линзы для микроскопа, протоколы экспериментов и немного одежды. К счастью, им все удалось. Сначала была Финляндия, потом Швеция и, наконец, Америка, Чикагский университет. Ужас был позади, но чего стоили Максимову эти 5 лет жизни в чужой для него советской России и этот побег? Интересно, в Чикаго. 2 документа. Рукопись Максимова. Один документ – это он, руководитель кафедры Императорской академии. Это глава из его учебника о лимфатической системе. Филигранный такой выверенный, ровный почерк. Красивый, уверенный, спокойный. Второй документ, 22-й год, автобиография при пересечении там, границы США и поступлении в Чикагский университет. Если бы я не знал, что это Максимов, я бы никогда не сказал, что это Максимов. Это абсолютно почерк взвинченного, нервного, неуверенного в себе человека. Это масса перечеркиваний. Да у него в рукописях ни одной кляксы нет. Я вообще удивляюсь, как он писал. А здесь это просто чудовищно. В архиве Чикагского университета нам удалось получить еще одну автобиографию Максимова. Так почему-то называются 2 листка с купой справочной информации о нем на немецком языке. Окончание утеряно. Текст обрывается 22-м годом, как будто обрывается жизнь. В России имя эмигранта старательно вычеркивали из истории науки.
О его дальнейшей судьбе долгие годы ничего не было известно. Из Америки доходили слухи, что он оказался совершенно бесплодным, как ученый, впал в затяжную депрессию, отравил сестру и покончил с собой. Но в этом не было ни слова правды. За неполных 6 лет работы в Соединенных Штатах Америки Александр Александрович опубликовал более 30 научных работ. Причем работ столь разносторонних, что остается только удивляться тому, что все они принадлежали одному человеку. Диапазон его научных разработок просто потрясает воображение. Максимов исследует изменения клеток и тканей под воздействием рентгеновского облучения. Изучает опухолевые процессы в тканях молочной железы. Занимается проблемами туберкулеза. Вместе со своим учеником Вильямом Блюмом он работает над новым изданием «Основ гистологии». В Америке этот учебник произведет эффект разорвавшейся бомбы. В принципе, он реализовал все задуманное. Единственное, очень короткая жизнь. Он мог бы сделать больше. Я бы на его месте считал себя счастливым человеком. Очень важно, с чем ты уходишь в конце жизни в ту сторону. Ему было с чем идти. И что сказать там? Александр Максимов умер ночью скоропостижно от сердечного приступа. Ему было всего 54 года. Сестра Клавдия была от горя на грани помешательства. После ухода брата все потеряло смысл и было слишком больно, чтобы продолжать жить. Клавдия продержалась всего несколько дней. Потом она закрыла окна и открыла газ. Сохранилась всего лишь одна ее фотография. Да и на той едва различимый профиль. Можно сказать, что надпись на могильной плите – это, собственно, история всей ее жизни. История преданности и самоотречения. Клавдия Максимова, сестра Александра Максимова. О том, как сложилась судьба жены и приемного сына, ничего не известно. В 90-х годах выпускник военно-медицинской академии Игорь Константинов оказался в Чикаго. Он хотел разыскать могилу Александра Максимова и почтить его память. Однако это было совсем непросто. В старой части кладбища он увидел много заброшенных, заросших травой надгробий. Помогла его сестра. Сначала я нашел ее могилу. Я знал, что могила профессора Максимова должна быть рядом. Наконец я заметил опрокинутый камень. Я повернул его и прочитал: Александр Александрович Максимов. Sic transit gloria mundi. Игорь Константинов в поисках Александра Максимова. Так проходит земная слава, могло быть написано на могиле русского ученого, который намного опередил свое время и был забыт на десятилетия. Но его идеи подхватили новые поколения ученых. Мы практически имеем неограниченные возможности. Мы можем выделять и культивировать любые клетки, стволовые клетки, фибробласты, из любых органов и тканей, наращивать их в любом количестве. И самое главное, эти клетки можно использовать в клинических исследованиях для лечение тех или иных заболеваний. Перспективы вплоть до печатания искусственных органов с помощью 3D-биопринтеров и трансплантация уже готовых органов. Бесспорно, Максимов был гениальнейшим ученым. Эта история не закончена. Максимов такой человек, что можно в какой-то 20-й раз прочитать его архивы и его статьи, и откроются новые совершенно ранее детали, на которые раньше не обращал никакого внимания. Конечно, есть аспекты из жизни, ненаучные, на которые нужно найти ответы. Нам нужны чикагские адреса, безусловно. Нам нужны дополнительные свидетельства. Будем продолжать поиск, мы их найдем. Земная слава, конечно, проходит. Но справедливость все-таки иногда торжествует. Пусть не сразу, пусть через много лет и даже десятилетий.
И хочется верить, что в истории русского ученого Александра Максимова обязательно появятся новые страницы. Поиски продолжаются.